Девочки, мальчики, всем привет. Максимка сегодня отработал вторую смену. Сегодня перекинули меня с одного маршрута на другой. Я уже сделал два полных рейса. Мне звонит диспетчер. Нужно тебя срочно переставить на 16. Я был сегодня по четверке, потом меня поставили по 16. Отработал. Со мной во второй половине дня каталась Ириночка Сергеевна. Такая говорит: Максим, когда ты будешь Ашан проезжать? Я говорю: что такое? Опять по Ашан хочешь? Да, да. Короче, оставил ее на Ашане. Она походила, потом обратно забрал, и она сделала закупочку. Что она там купила? Я там просил кое-что, ну посмотрим. Что она там затарилась? Вот сейчас мы вместе с вами это все разглядим, я покажу. Поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Вот, и подпишитесь на канал, если не подписаны. Желаю всем приятного просмотра. Вот такой вот пакет. Я говорю: как ты его донесла? Он в натуре тяжелый. Моторы очень тяжелые. И что у нас тут такое? Шоколадки с цукатами и апельсинами, ашановские. Есть. Вот такой венчик. Я просил у него: возьми венчик, самый обычный. Будем печь блинчики, вот. А дома нету. У меня дома там у себя есть, но я туда в ближайшее время не поеду, поэтому надо. Алыча весла. А, Иринка взяла себе алычи. На 83 рубля. Так, вареная сгущенка 370 грамм, ашановская. Это, наверное, блинчики, да? Так, молоко. Кубанская буренка. Сколько тут, 1,5 литра, что ли? Или 2 литра? А, 1,4 литра. Вот они, да? Не 1,5, а вот 1,4 литра. Так, творог 5%. Это начинка будет для блинчиков. Еще один порошок. 5% тоже. Так, чек. Самое главное, у нас сохранился наш чек. Так, Иринка взяла себе антиперспирант. Так, вот такие крекеры. Смайлики. Тоже взяла. Это сюда. Ну куда же без хлеба? Хлеб бородинский и заварной. Его мы тоже сюда. Так. Масло сливочное шоколадное. Один. Масло обычное сливочное. Прекрасно. Так, о, еще один творожок потерялся. Вот джанкойское молоко, да? Или... А, Черноморский молокозавод. 5%. Вкусный творог, кстати. Так. Опача, ничего себе, сколько печенья. С какао и ванильным сливочным вкусом и ароматом. К нам просто гости собираются прийти. Вот, чай, кофе пить, ну, чтобы было чем угостить. Приду знакомиться, кстати, гости. Сметанка ашановская. Товарищи, у кого есть Ашан поблизости, покупайте вот эту сметану. Она по вкусу лучше, чем некоторые производители в ценовом сегменте подороже. Хорошая сметана, 20%, 15%. Просто советую. Стоит там 70-79 рублей. Так, еще один булка хлеба. Хлеб — это голова. Ринга колбаски понабирала. Колбаса миланская полусухая, сырокопченая. Так, и у нас потекло что-то. Взяла вот такое мясо. Наша ряба. Полуфабрикат из мяса птицы. С традиционными пряностями. Тут хрен пойми, разберешься, как написано. Вот. Маринованное. Будем разбираться. Так, что по чеку? Темный шоколад. Конфетки стоят 400 рублей. Пакет. Ашановский пакет 7 рублей. Сэндвич с какао 211, с
А снеки эти по 30-56 рублей, сметана 72,99, а алыча по 139 килограмм, творог 61 рубль стоит. Вот, хлеб по 32 рубля, молоко 129,90, масло сливочное 129,90, масло сливочное шоколадное 139,95, голень обошлась на 206 рублей, колбаса 259 рублей за штучку, венчик стальной 190 рублей. Антипс. АП Кар Антипс. Я не могу понять. АП Кар Антип Свежесть. А, дезодорант, точно. 249 рублей стоит. И молоко сгущенное вот это стоит 59 рублей. Так, покупка составила 2834 рубля. Вот, начислено 44,36 баллов. Естественно, мы скупляемся без очереди. Иринка купила что-то, я потом пошел купил что-то. Это день, когда Иринка что-то купила. Кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вот. Будете в курсе всех новых событий, там, что будем готовить, куда-то поедем. Тому, ну, по желанию, пожалуйста. Всем желаю мира, добра, удачи, любви, хорошего настроения и самого-самого хорошего. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем пока.